И о спорте. Мастер-класс от чемпионов. Необычный урок физкультуры сегодня прошел у краснодарских школьников. Провел его главный тренер Олимпийской сборной России по гандболу Евгений Трифилов, под руководством которого российские спортсмены выиграли Олимпиаду в Рио и 4-жды чемпионаты мира. С именитым тренером в 48-й лицей приехали олимпийские чемпионки Екатерина Маренникова и Виктория Жулинскайте. Такой неожиданный подарок учебное заведение получило по случаю предстоящего дня рождения. В эти дни школа номер 48 отмечает свое 65-летие. Руководство школы обратилось в Федерацию гандбола Краснодарского края с просьбой организовать встречу школьников с олимпийскими чемпионами. И мы с удовольствием отозвались на эту просьбу. Поучиться у мастеров спорта посчастливилось четвероклассникам. Дети признались, что до необычного урока гандболом почти не интересовались, а теперь заболели им. Гости показали школьникам основные приемы игры, старт задан. Теперь все зависит от желания каждого ребенка совершенствовать мастерство. Поэтому звездная плеяда спортсменов намерена и дальше встречаться с краснодарской молодежью. Какая-то популяризация гандбола, чтобы больше детей занималось этим видом спорта, все-таки не так много, не такой вид, популярный вид спорта у нас в стране. Вот. Чтобы детки приходили, занимались. Евгений Трифилов, не так давно вновь возглавивший гандбольный клуб «Кубань», уверен, что из сегодняшних школьников завтра могут вырасти олимпийские чемпионы. И главная задача педагогов – увидеть и раскрыть их потенциал. Никогда не говорите, есть дети, развиваются сразу. А есть дети, развиваются постепенно, а есть дети там, а что и в перспективе. Кто-то в 3 года мы не можем говорить, а потом выдающийся делает открытие. Никогда ярлыки на детей не цепляйте. Встреча закончилась традиционным селфи на память и раздачей автографов. Теперь 48-й лицей готовится к празднованию самого юбилея.